Всем привет, с вами Пеннипредс. Вы можете помнить меня по стриму Outlast, на котором чуть я не уснул. Ну, а еще я иногда открываю кейсы. И сейчас, наверное, у вас есть резонный вопрос, почему эта эмочка снова у меня на экране? И я вам на него отвечу. В общем, вчера, как вы в курсе, я же провел розыгрыш там, да? То есть мы выбрали победителя. Им оказался Руслан, да? Руслан, вот. Но я не сделал одну вещь. Я не чекнул, как долго Руслан на меня подписан, потому что я знал, что он на меня подписан очень давно, так как уже, в принципе, не первый раз выигрывает, да, вот, но, меня смутил один нюанс, как-то вот позавчера буквально, или вчера там, да, у меня высветилась вот такая вот надпись, один день назад. Я решил перепроверить. Думаю, что за херня? Ну, вы же знаете, как можно перепроверить подписку там, да? Вы же это все знаете. Я просто не понял, что за фигня, потому что я знаю, что он подписан на меня был давно. Я, в общем, зашел во все подписчики по дате оформления. И вижу, что подписка у Руслана 25 февраля произошла. То есть этот человек подписался на меня 25 февраля. Но вы все в курсе, да, что чтобы принять участие в розыгрыше, подписка должна быть от одной недели. Ну, это, в принципе, как трейдбан на Стиме. Поэтому, Руслан, я, конечно, тебя поздравляю с тем, что ты победил. Но сегодня я выберу человека, который подписан на меня от одной недели. И, соответственно, он и получит этот приз. Вот, по-моему, вот этот вот у нас... Видос принимал участие в розыгрыше, да, здесь куча комментариев, здесь эти, ага, вот этот видос. И сегодня я сразу чекну, как долго на меня подписан победитель. Вот, ну, как давно он на меня будет подписан, чтобы не было вот такой вот лажи, чтобы не было вот такой вот херни. Потому что это я вчера мог бы разыграть, вот. Ну, вот так вот все. Так, давай, формируй розыгрыш. Ну, такая вот херня произошла. Вот такая вот херня бывает. Будет одно место сегодня, это будет... Я надеюсь, этот человек будет человек, который... Старт, ёптыть. Что ты так долго работаешь-то? О, все, есть. Ну что, выбираем? Давай, кто же это? И Тимол, проверим. Так, комментарий давай. Слушай, сайт что-то почти 300 подписчиков, поздравляю. Жалко, что тут. Так, Тимо, подписку проверим. Я все равно потом залечу туда же, я посмотрю эти. Так, давай, пока подписка крутится, баблосы мутятся, да, мы будем сейчас искать Тимола. Чё, подписка все крутится? Ну, я знаю, что он на меня подписан, но, ребят, чтобы все было по чесноку, да, то есть мы сейчас будем его искать здесь, чтобы не было такой лажи, потому что, как бы, и он подписан, а вот он, Тимол, от 6 февраля. Ну, смотрите, розыгрыш был, какого, 25 вчера было, то есть это в любом случае неделя, то есть 6 февраля человек на меня подписан, то есть неделя есть, значит, он и становится победителем. Тимол, я тебя поздравляю. В общем, ничего страшного, что ты там розыгрыш просрал, да? В общем, ты победил, я тебя поздравляю. Ты выполнил все условия, написал комментарий, подписан на видео от одной недели, на канал от одной недели. Лайк под видосом, конкурс я закрываю. В общем, кидаешь свою трейд-ссылку, а я вручаю... Да, блядь, все, бесишь ты меня. А я тебе отправляю твой скин. Вот так. В общем, сейчас я лечу на кейс-баттл. Все как всегда. Ну, не как всегда, конечно. Я сегодня закинул 4 сотки. Я что-то, короче, лоханулся. Думал, у меня будет доступен второй кейс. А он мне побрил такой. Говорит, ху-ху-ху. Ху-ха-ху. Ху-ха-ху. Ну, доступен, по крайней мере. Давай откроем, посмотрим. Так, ну, какой-то скин выпадет, потому что сюда балик не плюсанулся. Я думал, нож выпадет. Ну-ка, еще раз. Открыть быстро. Нет, да, ну-ка, а ты?
Ну, 2 сотки просишь, а вот хер тебе, а не 2 сотки. Страта какая? Какая страта? Страта пройтись по амонгам, посмотреть, что да как. Что да как. Давай, посмотрим, на что способны амонги. Кислотный градиент. Что-то, по-моему, подросла цена. Слушай, мне кажется, или сегодня все, что-то у меня с интернетом, что ли, или тормозит он, или что. Давай по всем амонгам пройдемся. Может, что-то скачивает. Я резной приклад. Слушай, розочка. Ну нет, розочка, ты не прощен еще. Не-не-не. После тех залетов, какие у тебя были, ты вообще не прощен. Красный. Фу ты, блядь. Красный, ты. Не, ну. Красный, ну ты пока самый стрёмный. А, не, желтый стремнее тебя. Желтый стремнее тебя. И Манкас. Давай, Амонкас, посмотрим, что и как. 3 самых дешманских закинем. Брызги и волны. Сколько? Вот эта хрень столько стоит? Я дал, Чё, уже 5 соток подняли? 5 соток? 5 кейсов, 5 соток. Подожди, в контракты. Если самое дешевое, мы выберем, что у нас тут есть. Раз, два, три. Это самое дешевое. Ну, давай посмотрим. 35, либо 4 сотки, да? Чё ты? Что ж ты дашь нам? 249. Пацаны, что случилось? Что произошло сегодня с кейс-батлом? Сука, надо жать. Надо его жать, короче. Надо его ломить на бабки. Не, ну я-то закинул 4 сотки пока. К сведению. Я к сведению. Я закинул 4 сотки. Так, что еще можно открыть? Может, по богам пройтись, да? Может, все-таки боги что-нибудь и... Такое. Так, по богам пройтись. Ястреб — это херня, да? Ну, понятно, Один, ты как обычно. Ты как обычно что-то тут. Посейдон. Ну что, может, Посейдон, бог морей и океанов, чем-то порадует. Нейронная сеть 50. Ну, как бы, просто обмен произошел и все. Просто произошел обмен. Просто обменялись. Осирис. Ну, сучка. Нормально, нормально. Сколько бабла подняли? 800. Х2 пока сделали. Что мы можем сделать с этими бабулями? Бабулями-дедулями, да? Что можно сделать? Что можно сделать? Ролик 7 минут, 8 минут идет. Что можно сделать? Можно сделать, знаете что, ребята? Вот, я придумал, что можно сделать. Открыть один Сильвер Элита. И... И проебать их всех на апгрейдах. И их все просрать на апгрейдах. Как вам такая идея, ребята? Как вам такая идея? Просто просрать их на апгрейдах. Ну, если, конечно, нам у нас получится просрать, то, возможно, вдруг мы и окупимся даже. Так, ну нет. Ну, пока нет. Так, давай, 140. Давай. А, что, не так? Вот так, да? А, ёб твою колхозную залупу, валупу. А, залупка, лупка. Еще кого я пытался сейчас на Е? На Е-Ать. На Е-Ать. Кого? Кого? Неонг. Давай. Заход. Мог бы быть, но нет. Мог бы быть, но нет, да? Что ж ты, падла-то? Такая-то пара-пара. Королева пуль. Но у меня есть уже одна королева пуль. Красная карамель, да? Дань уважения. Чё? Дождь из пули М-ка. Колымага. О, золотая... Золотая спираль хочу. Хочу золотую спираль. Но... Хочу золотую спираль. Вот он, падла, как байтит-то, да? Как он байтит. Так, что нам? Так, ладно, давай мы сделаем такое. Короче, мы... Так, что у нас тут? Мы, короче, оставим вот это. А, и его...
И вот это оставим. А вот это и... А где еще один скин? А, и вот это продадим, да? Вот это продадим. Потом снова слетаем в Амонги. По разочку пройдемся по Амонгам. Ну, это уже херня. Это как бы уже не то. Розовый. Давай. Если дашь сейчас нормально, я тебя прощу. Ну, как бы нет, это ненормально, понимаешь? Нет, розовый, даже всё, не надейся. Это было ненормально. Королева было бы нормально, а вот это было ненормально. Чё? Ну, взгляд. Тоже балабас. Ну, давай еще раз. Розовый, еще один шанс тебе. Тебе я даю еще один шанс. Ну ладно, ты прощен. Розовый, ты прощен, все. Все, ты прощен. Давай. Так, что-то слушай, апгрейды прям залетать-то вообще перестали, апгрейды. Прям перестали залетать. Что за херня? Так, давай, аристократ. Что с апгрейдами за шляпа? Вот он прям вот тот на 20, на x20. Ну вот смотри, на 20% бы сегодня, наверное, залетело уже бы 3 апгрейда. На 20%. Ну 20% это вообще не серьезно. Не серьезно 20%. Не серьезно. Вообще не серьезно, 20%. Так, ладно, ты херня. Так, давай тогда. Блин, надо было, наверное, просто контракт замутить, что-нибудь попробовать. 7 соток сейчас давай поставим. 7 соток. Что тут на 700 рублей есть? Орбита. Ну, давай. Орбита так орбита. Преданный пал какой-то еще есть. Ну, давай. Пламя дракона. Ну, вообще не алё, понимаешь? Вообще не алё. Вообще не алё никак. И... Ну, косарь. Ставим косарь. Вот. Ой, косарь, я говорю, а не сотку, ёптать. Чё у меня тут? Косарь. Адское пламя. Буйство красок. И да, давай, наверное. Ой, это буйство красок. Это 9.47, да? Или вот этот неануар. Юспич. Подожди, вот статрека ВП будет сладенькая, да? Вот это вот сладенькая. Давай. Давай, смотрим. Нет, тоже балабас. Не хотят, ребят. Не хотят идти апгрейды. Не знаю, что за херня. Сколько в итоге? Ну, 576, ладно, 4 сотки закинули, это я заберу, потому что все-таки, ну, все, не идут апгрейды. С кейсов тут столько не выпадет, конечно, сладенького, вкусненького, да, то есть, но апгрейды не идут, ничего не могу поделать, ребят, ничего не знаю. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.